предоставление льготы по налогу на имущество для тех структур предпринимательских, которые имеют в собственности объекты культурно-исторического наследия и хотят их отреставрировать или уже отреставрировали. То есть они купили за рубль объект, это из обращений к нам, это не просто какое-то, так сказать, вот размышление, да, то есть это обращение по факту, которое действительно есть. Они купили здание за рубль, вложили в него там 100 миллионов, после этого получают стоимость этого объекта в 100 миллионов, и налог должны заплатить именно с этой суммы, то есть со своих же собственных денег. То есть, ну, предложение предоставить там, на 5 лет хотя бы им определенную льготу, нулевую ставку. У нас есть закон тоже по нулевой ставке для начинающих предпринимателей, он в этом году заканчивает свое действие. Мы предлагаем, есть такая возможность еще на год увеличить и посмотреть расширение видов деятельности по этому закону. Ну и еще мы считаем немаловажным, у нас сейчас очень хорошо заработала программа, о которой мы просили губернатора, и он 2 года назад на своем отчете озвучил, это поддержка сельской торговли. Выделялось 30 миллионов рублей, и сельчане, именно торговля, в том числе отдаленных сел, могли приобрести там оборудование торговое, там, холодильники, автомобили даже, кто-то там иное оборудование, кассовую технику. И вот мы, проезжая в эти годы вместе с управлением по районам, проводя дни уполномоченных в муниципальных образованиях, мы видим востребованность на сегодняшний день этого. И мы считаем, что 30 миллионов, они в прошлом году были полностью израсходованы, на сегодняшний день, наверное, уже сумма могла бы быть и больше.